Сегодня Ангарск посетила японская делегация из города Камацу, префектуры Исикава. Общество дружбы между нашими муниципалитетами существует уже более 10 лет. За это время иностранные гости уже не раз бывали в Ангарске, посещали его промышленные предприятия и объекты культуры. А в прошлом году в Камацу побывала группа ангарских школьников. За историю наших отношений международный опыт происходил во многих областях, на многих уровнях. Это история, традиции, спорт, культура и молодежный обмен между нашими регионами. И мне кажется, сейчас наступил новый этап, на котором мы должны расширить сферы международного обмена, перейти на уровень экономических взаимоотношений. Мы должны также заниматься вместе сферами экологии и улучшения благосостояния общества. В следующий раз японцы намерены посетить наш город в день празднования юбилея. Также они заинтересовались фестивалем деревянных скульптур «Лукоморье».